Добрый вечер всем, всем нашим гостям, всем подписчикам нашего канала. Вот хочу показать, чем я, значит, занимаюсь уже четвертый день подряд. То есть это мои, я присела, прям устала. Это мои домашние курочки. Вот сегодня она заказала у меня, постоянная клиентка, 10 штук. И вот, и прям вот сегодня, прям они нужны, понадобились сегодня, и все 10 штук сегодня. Вот, ну а что делать? Надо так надо. Тут еще получилось так, что она еще заказала у меня 4 килограмма пельменей, и 2 килограмма захотелось ей вареников с картошкой. Но у меня не получилось, так как у меня времени просто не было сегодня. Сегодня у меня были гости. Пока их встречала, пока провожала. Уже быстро темнеет на улице. Нужно справляться с хозяйством. Поэтому все бегом-бегом. Вот это молотки. Я их откормила на пурине. Их я, значит, содержала отдельно. Тут еще остались у меня петушки. Завтра я попробую снять видео, покажу вам. Не знаю, кого будем убирать завтра, но кого-то будем. Потому что уже столько кукурузы, столько пшена уже... Они уже съели, что еще раз покупать просто смысла нету. Вот сейчас то, что есть, пусть доедают. Потом я посмотрю, что у нас там останется. И уже будем знать уже, сколько нам хватит кукурузы. Ну, сколько кукурузы, сколько там еще чего-то нам надо будет докупать. Вот. Плюс еще с этой обстановкой, с коронавирусом, очень много людей у нас умирает. Очень много. Похороны, везде. Я не знаю, что это за вирус, но он унес он очень многих. И болеют очень многие. Почему-то резкое такое... ухудшение состояния бывает. Не знаю. Просто жалко. Очень жалко. Людям жить и жить. Но, алхамдулилла, так, значит, предначертано. У меня, значит, тут домашние курочки, как я вам уже говорила. Вес у них лавируется в пределах 2,5 кило 800, вот так вот. Крупнее нету и мельче нету. Вот, дальше что? Гусей убираем мы. У меня их осталось 4. В любом случае я их уберу и в морозильник положу. Ничего страшного, если я их не продам. Зима долгая. Курочек, значит, берут, посмотрите, вот именно в таком виде. То есть им нужно их зарезать, разобрать, помыть. И все. Вот такие вот дела. Пока.